Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных 19-й день месяца получения даров природы 7525-го лета Осьмица. О чем говорит наше тело, такова сегодняшняя наша тема живого эфира, автор-сказительницы Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Как вам песенка? Чудесно. Хорошая. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда будем разбираться, какие же вопросы к нам сегодня поступили из чата Народного славянского радио и из чата канала YouTube Народного славянского радио. Первый у нас был Виталий из Киева. Вопрос в эфир. Насколько физическая культура ослабляет влияние на тело и, соответственно, ослабляет источник? Ну, я отвечу. Виталий, на мой, как бы моя точка зрения здесь выглядит следующим образом. Физическая именно культура ни в коем образом не ослабляет влияние на тело. Ослабляет влияние на тело скорее физическое бескультурие. Если мы говорим, подразумеваем под физической культурой упражнения, которые усиливают подвижность суставов, которые обеспечивают нашему телу хорошую такую качественную динамику, например, быстрая ходьба на протяжении там, получаса в день, и, например, плавание в водоеме, в бассейне, например, хорошая разминка для всего организма, для всего тела, то эти вещи только помогают нашим мышцам крепнуть, поддерживаться нашим связкам, усиливается метаболизм, усиливается кровообращение, очищается кишечник, полноценно работает лимфатическая система. А вот под физическим бескультурием я скорее подразумеваю, ну, во-первых, совершенное невнимание к этому аспекту, совершенно такое забывание, о своем теле, когда мы не даем возможности движения своему телу при наличии там, сидячего образа жизни или такого малоподвижного образа жизни. Либо напротив, когда мы прямо вот с головой погружаемся во внимание к своему телу, допустим, там идем в тренажерный зал и фанатично начинаем накачивать мышцы, когда мы свое тело пытаемся подгонять под какие-то существующие стандарты, стереотипы тела для того, чтобы выглядеть в соответствии чему-то, соответствовать тому, что нам навязано. Это, конечно же, уже не способствует оздоровлению, это идет перегрузка, и это перегружает все системы нашего организма, начиная там от мышечной системы. Поэтому вот для меня существует вот такое здесь четкое разделение. Я за первое, то, что помогает, наоборот, услышать себя, и как раз-таки физическая культура, она скорее идет откликом на то, о чем нам тело сообщает, и такой контакт с нашим внутренним источником, с нашей душой, с нашей эмоциональной сферой, с нашей интуицией скорее устанавливает. Угу. Какое-то дополнение будет? Или следующий вопрос? Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос такой от Александра Зачиара из Ютуба. Вернее, даже не вопрос, а реплика. Психосоматика – это информационный уровень. Еще существует 4 уровня повреждения тел. Точка. Идем дальше. Ну, я понял, что идем дальше. Нет, Кристина. Прокомментируем, Алексей. Прокомментируем, да? А, хорошо, давайте прокомментируем. А, здесь, так как вопроса нет, скорее можем обозначить, что мы затрагивали психосоматику не только информационный уровень, а вообще взаимосвязь как эмоциональной и телесной, и мыслительной. И больше об этом говорили. Да, и, собственно, если само слово «психосоматика» расшифровывает, это психика, и сома — это тело. Да. Это связь именно нашей психики и тела, и это не может отражено быть только на информационном уровне. Это как раз-таки есть затрагивание всех систем, из которых мы вообще сотворены. Да, и то, что я говорила, 3 уровня психосоматики — это именно психосоматика. Она развивается постепенно так же,
не сразу у нас возникает большое серьезное заболевание. То есть сначала у нас идут первичные сигналы тела, и они решаемы действительно на уровне эмоций и там, решения там, телесных практик. А уже потом затрагивается непосредственно разрушение организма. И, конечно, уже на третьем уровне это уже хронические заболевания. Но вот скорее про вот такие уровни, которые обозначали выше. Теперь готовы к следующему. Да, хорошо. Так, дальше смотрим, что же у нас. Ну, то есть по тому вопросу дальше вот этого уровня не лезем. В шизотерику не отправляемся. Да. Идем дальше. Кристина Халикова из Ютуба. Реплика. Здравия сказительницам и ведущему. О чем говорит кровоточивость десен и колики в почках, если рассматривать это с точки зрения науки психосоматики? Угу. Оба симптома говорят о... Это опять же, да, мы можем сказать только о том, что чаще всего мы встречали под этим. О том, что лично у вас, это важно общаться с вами лично и узнать. Но что оба симптома говорят о неуверенности и о большом количестве страхов у человека. О том, что человек не реализует себя и боится показать себя такой, какой он есть. Не умеет ставить реальные цели. Они могут либо очень быть недостижимы, он часто наталкивается на разочарование, неудачи, много переживает, и в дальнейшем неуверенно ставит дальнейшие шаги. И это приводит уже в дальнейшем вот к таким симптомам. То есть это страхи, большое количество страхов, нереальность постановки целей, задач, которые вам по силы, и боязнь проявлять себя, в том числе проявлять свои агрессивные стороны с одной стороны, а с другой стороны показывать свою чувствительность и ранимость. Вот такое. Всё? Да. Кто-то еще что-то добавит или пойдем дальше? Идем дальше. Ёмко ответила. Угу. Хорошо. Так. Дальше следующий вопрос от Антона. Крепкой вам здравы. Раньше много думал за близких. Ходил постоянно напряженным. Сейчас поубавил пыла и собой занялся. Но нижняя часть мышц на шее напряжена постоянно. Где упущение у меня? Благодарю. Антон, ну это вот, скорее всего, как раз о том, о чем я говорила уже сегодня. Если вы ходили постоянно напряженным, скорее всего, ваше тело оно было сжато в передней части. И в эту вот такую зажатость мышечную включаются мышцы шеи, в том числе, и в том числе мышцы задней поверхности шеи. Я говорила о том, что очень большое количество людей, у которых проблемы с разгибателями длинными и короткими шеи. И вот короткие, они в перенапряжении, потому что они работают за себя и, что называется, за того брата. Они на себе несут нагрузку, которую должны выполнять длинные разгибатели шеи. И массаж с мячиком возле стены, который я описывала, а также массаж шеи с помощью полотенечка, с помощью полотенца, которое мы прикладываем к затылочным буграм и на него мягко откидываемся, это те техники, которые вам помогут именно снять перенапряжение коротких разгибателей шеи. Ну, плюс к этому очень важно укреплять длинные разгибатели шеи. Это все упражнения, которые связаны, например, вот попробую описать, когда вы ладошку устанавливаете сзади головы, начинаете давить головой на ладонь, а ладонью сопротивляться голове. Одним словом, когда вы напрягаете заднюю поверхность шеи. Можно сделать такой вариант этого упражнения, лежать на коврике, либо лежать на кровати, желательно с таким весьма жестким матрасом, и давить затылком на подушку. Вот это тоже одно из укрепляющих упражнений. Но очень вам рекомендую, сейчас тоже в интернете немалое количество всевозможных, причем очень хороших упражнений можно их найти для укрепления именно к длинных разгибателей шеи. Если вот как-то рекомендации, мне очень нравятся те
практики, которыми делится один из тоже вот таких качественных, на мой взгляд, медиков, Антон Алексеев его зовут, у него очень много видео на YouTube, можно посмотреть, и он очень квалифицированно объясняет эти вещи, и его практики, они очень доступны, не требуют никаких там походов ни в коем случае в тренажерный зал, то, что можно делать, находясь у себя дома, и помогать себе. Если взять психологический аспект, то вы переключили внимание, вы перестали думать, но вы упустили момент с чувствами, что переживание, если не произошло расслабление в теле, если ну, была хронитизация с одной стороны, тогда важно подключать телесные практики, но значит на душевном уровне вы не отпустили ваши переживания, и вы все равно внутри переживаете за своих близких. То есть на душевном уровне вы не переработали этот вопрос, и вы с ним на самом деле находитесь. То есть вам кажется, что вы его снизили, но не решили. Как-то так, да? Угу. Хорошо. Идем дальше. Александр Зарчияр. Реплика в эфир. Для женщин в верхней части козелка есть точка, точка голода. То есть при массировании чувство голода уменьшается. Александр, а для мужиков есть такая точка? Думаю, она универсальна. Но, Александр, я вот о чем хотела сказать. Вообще чувство голода — такое понятие очень относительное. Есть чувство голода, когда действительно наш организм испытывает потребность в пище. И, конечно, можно помассировать точку, но желательно организм покормить. Но еще есть такое психологическое чувство голода, когда мы какие-то проживаем эмоциональные состояния, вернее, не проживая их, начинаем заедать их всевозможные пищи, которые для поддержания нашего уровня жизнедеятельности нашему организму, нашим клеткам не требуется. И тут мы хоть замассируемся этой точку, мы как бы на психологическом уровне не снимем для себя вот это вот стрессовое ощущение и будем продолжать заедание. Поэтому это тоже палка о двух концах. А тут нужно понимать, про какое чувство голода идет речь. Угу. Да, то можно замассировать себя. Угу. Идем дальше. Антон Полухин из Ютуба. Здравия всем, в эфир. Если дыхание стало неглубоким и поверхностным, о чем это говорит? Антон, ну вот тоже уже прозвучал до этого ответ на этот вопрос. Это значит, что уже на уровне тела у вас, возможно, происходит гипервентиляция легких, на это нужно обратить внимание, потому что это может привести к каким-то более глубоким сердечно-сосудистым заболеваниям. А это говорит о том, что вы проживаете какие-то стрессовые ситуации, их не прорабатываете, на уровне тела это проявляется тем, что живот перенапряжен, диафрагма перенапряжена, и вы не даете себе возможность ни глубоко вдохнуть, ни глубоко выдохнуть. Одним словом, вы просто не двигаетесь легко по жизни. Думаю, тут Аня сейчас тоже по психологии добавит. Да, важно, чтобы вы обратили внимание на такие чувства, как тревога, также про страхи, интенсивность ритма жизни, который вы выбрали. То есть это может говорить как о спешке, о таком проскакивании, пробегании жизни и нечувствовании ее. Но также под этим может и скрываться вообще отказ от того, чтобы жить и брать полностью жизнь. Здесь заметьте, что у вас происходит с вдохом и выдохом. Вдох — это то, как мы берем жизнь, как мы берем ее от своих родителей, от предков, как мы ее с благодарностью принимаем и реализуем. А выдох — это то, как мы отдаем миру то, что у нас есть, ну, свой потенциал, свои там, мысли, чувства, действия. И вот здесь обратите внимание. Но что можно порекомендовать вам сделать? Правда, остановиться и начать дышать просто, но не резко глубокий вдох делать и выдох, а плавно, и посмотреть, какое переживание у вас появится. Единственное, ни в коем случае этого не делать, если вы за рулем или если вы находитесь вблизи транспортных средств. То есть лучше это сделать дома, и хорошо, если не в одиночестве вы это сделаете, потому что могут пойти те переживания, которых вы избегаете. То есть сам факт такого дыхания говорит о том, что вы хотите избежать столкновения с какими-то неприятными для вас переживаниями.
которое вы расцениваете как неприятное. И могут пойти слезы, этому тоже не надо пугаться. Угу. Хорошо. Реплика в эфир от Тианы. Доброго здравия, Алексей, и соведущим. Люди добрые, занимайтесь йогой. Все вышеописанные физические практики йога в себе включает. Всем искренне желаю здоровья. Татьяна, ну тут я могу прокомментировать. Йога, она действительно великолепная практика, но сейчас, к моему большому сожалению, огромное количество йоги, которая в таком фитнес-формате очень легком преподается, и это приводит скорее не к расслаблению, растяжению определенных там мышц в теле, не к глубоко такой неглубокой душевной проработки и духовной проработки, а к очень поверхностному подходу и, наоборот, усугубить может определенные проблемы, которые существуют на уровне тела. Поэтому если действительно идти заниматься йогой, выбирайте себе учителя, который находится в этой практике не только телом, но и всей своей душой, и относится к этому как к определенному пути. Если это вам откликается, это действительно будет очень хорошо работать. Еще такая небольшая реплика. Йога, если вообще в историю практики погружаться, это больше такой мужской путь. И поэтому многие упражнения, они не гармоничны для женского тела. Тут тоже нужно очень внимательно смотреть, какие асаны подходят именно женщине. И очень хорошо, если инструктор по йоге будет понимать эту ситуацию и работать именно с телом женским и с мужским по-разному. Ну, вот такие вот моменты, которые хочу уточнить. Да, и есть люди, которым практика йоги не подходит. Это правда, и их тело от того, что они занимаются практикой йоги как телесной практикой, они эмоционально не разрешают своих вопросов и на самом деле превращаются в такую зажатость еще больше своего тела. Но здесь я соглашусь с Юлей и поддержу в том, что очень большую роль играет тот человек, который ведет практику йоги. Она действительно прекрасна, но не всем людям подходит. И важно, чтобы вы нашли в этом себя, это прекрасно. Но действительно, это не всем может подойти. Вот разгромили-то, а? Вон набросились. Хорошо, идем дальше. В эфир от Александра Первого. Здравия. Можно узнать, в чем причина хронического насморка и как его вылечить? В скобочках сложно отказаться от капель. Ну, я, Александра, отвечу тоже на уровне тела. Хронический насморк, всевозможные бронхиальные заболевания, всевозможные легочные заболевания – это сигнал о том, что очень сильно зашлакован организм, в первую очередь зашлакован кишечник. И, то есть огромное количество поступает в наш организм пищи, которая образует большое количество слизи. И вот эта вот слизь, которая излишне в нашем организме накоплена в качестве шлака и яда, она не выводится полноценно через основные органы выведения. Основные органы выведения – это кишечник и почки. И вот эта слизь находит в себе выход таким образом. Поэтому я вам рекомендую обратить внимание прежде всего на то, что вы кушаете, насколько много вареной пищи, много нездоровой пищи присутствует в вашем организме. И то, что точно помогает очень мягко справляться, то есть по чуть-чуть двигаться к такому улучшению состояния, это введение в свой рацион большего количества живой, необработанной огнём пищи. В первую очередь зелени. Очень хорошо сейчас в период лета добавлять в свою пищу дикоросы, эти травки, которые растут у нас прямо под ногами, там, на полях, лугах, в лесах, делать из них салаты, делать зеленые коктейли. Плюс корнеплоды, овощи. Сейчас очень много сезонных ягод, фруктов, овощей. Вот это вот та пища, которая помогает справляться, выводить слизь из организма. Ну и, конечно же, желательно меньше дать ей возможности попадать. Но если насморк хронический, то, скорее всего, здесь нужно и более глубоко почистить кишечник и лимфатическую систему, желчный, печень. Ну, об этом это просто отдельная тема разговора. Мы сейчас в это не будем точно двигаться. Информации сейчас тоже достаточно для того, чтобы вы смогли выбрать для себя более комфортный вариант, который откликается конкретно вам. Да, если с точки зрения психосоматики, насморк — это, во-первых, в том числе смотрите про принятие жизни и вдох,
да, возможность дышать, что у вас с принятием благодарности и принятие от родителей жизни. Второй момент, очень часто в насморк – это наши слезы, организм хочет плакать. И здесь вы можете вспомнить тот период, когда у вас появились первые проблемы с насморком, что в тот период происходило. Вот. И давать, ну, возможность организму действительно плакать, либо, ну, ну, как бы, да, чаще всего это наши невыплаканные слезы такие. И в том числе это и вопрос самооценки, насколько вы себя уверенно ощущаете и соотносите свои притязания к жизни и получаете то, что вам хочется. То есть это некое желание уйти от взрослой позиции в жизни и убежать в детскую. То есть важен кто-то другой, чтобы пожалел, некого тепла не хватило в жизни. Вот. И это в том числе перенесенные заболевания могли быть, которые дали осложнения. Но опять же, когда дается выход эмоциональный, то от капель вы откажетесь, они вам просто будут не нужны. Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Диагноз ДЦП о чем говорит с точки зрения психосоматики? Благодарю, будь добру. Ну вот, что бы я могла сказать, диагноз ДЦП – это диагноз, который врождённый, да, может быть, либо там иногда бывает приобретённый при родах какое-то травмирование происходит серьезное у ребёнка. Тут тоже нужно смотреть скорее на это. И тут, я думаю, уровень уже не психосоматики, тут уровень глубокий, родовой. Это и психосоматический, но однозначно нужно смотреть уровень рода, уровень семейной системы. Это точно не только уровень индивидуального человека, личности. То есть это важно смотреть, разбираться. Как правило, это определенные динамики в семье и вообще в роду, которые приводят к появлению такого заболевания у потомков. Угу. Хорошо. Тимофей, вопрос в эфир. Хотелось бы послушать ваше мнение о практике «оковозрождения». В скобочках 5 тибетских жемчужин. И можно ли ее совмещать с другими практиками? Тимофей, ну что касается этой практики, ну вот такие вот такого вида практики, они всегда затрагивают не только уровень физического тела, но и энергетического тела нашего, духовного, эфирного тела. Это вот то, о чем я говорила выше, касаясь йоги в том числе. И относиться к этому, к этим практикам просто как к каким-то фитнес-тренировкам, ну смысла нет просто, потому что не можно действительно навредить, не будучи готовыми войти действительно глубоко в эти практики. Лучше прибегнуть к каким-то более таким понятным советским, может быть, даже гимнастическим упражнениям, которые помогают поддерживать состояние тела. Если вы готовы идти в эту практику как в глубокую энергетическую практику, то это, конечно же, пожалуйста, здорово. Что касается этой практики для женщин, тоже она была изначально разработана как мужская практика. И очень много наблюдаю женщин, которые начинают тоже так слепо, скорее подчиняясь какой-то популярности этой техники, двигаться в нее и не справляться ни со своими эмоциональными состояниями, которые могут тоже подниматься, потому что практика, мы через тело можем работать с эмоциями, тоже вот о чем Аня говорила, там только одним дыханием можно встретиться со своими непрожитыми чувствами, причем чувствами очень глубокими, там, идущими корнями глубоко в детстве. Поэтому здесь нужно быть осторожным и мужчинам, если вы не совсем понимаете, что это за практика, а женщинам я бы вообще ее не рекомендовала. Что касается совмещения с другими практиками, естественно, это возможно. Опять-таки, если вы понимаете из глубины суть этих техник и понимаете, какие практики могут либо дополнить их, либо какой-то усилить эффект. Но вот только я за то, чтобы во все практики двигаться глубоко, понимая, во-первых, ради чего вы выбираете именно этот путь для себя, а во-вторых, чтобы вы понимали, как они работают, причем работают на разных уровнях. Хорошо. Дальше не совсем по теме вопрос, но все-таки Александр из Ютуба пишет: «Дорогие ведущие Народнославянского радио, было бы здорово также провести беседы про НЛП».
Что скажете? Ну, у меня есть опыт прохождения тоже практик нейролингвистического программирования. Практики, если их взять отдельно, действительно, там есть очень работающие качественные практики. Но опять-таки, этой методики очень сильно сейчас, она такую популярность приобрела, и отношение к ней очень поверхностно и используется очень часто в целях манипулятивных. Вот я против такого использования этих практик, которыми можно в действительности глубоко работать, помогая себе, помогая своим близким, там, ну, если психолог работает со своими клиентами. Поэтому тема НЛП, ну, я в ней точно не глубоко работаю, поэтому это только если специалист должен быть, но свое отношение к, вообще к этой теме я, ну, вот, озвучила. Ну да, в свое время я тоже проходила обучение НЛП и проходила, но грустно сейчас тем, что очень действительно та идея хорошая, которая есть в этом направлении, она трансформировалась, и то, что сейчас преподносится, ну, я сейчас за все, понятное дело, не могу говорить группы обучающих, которые происходят, но из того, что я сталкиваюсь, это действительно больше стало техничным, манипулятивным, хорошо там эффективно для бизнес-среды, но если брать вопросы терапии, то это, ну, там, в коучинге применяются, но если вот брать действительно терапевтические вещи и работа с симптомами, с телом, то вот изначально идеи там есть хорошее действительно зерно и есть некоторые практики, но на данный момент я не в этом направлении. Я его, ну, то есть отвечать за него точно не готова. Но скорее сейчас настороженностью отношусь к данному направлению, хотя действительно там ресурс есть очень хороший, но его уже трансформировали, неизвестно, будет ли он нам передан. В связи с тем, что было услышано выше, наверное, если уж проводить какой-то эфир по НЛП, надо проводить его с точки зрения, как защититься, чтобы вами не манипулировали. Просто давать какие-то навыки по НЛП – это, наверное, и неправильно, поскольку это такое узкое направление. Да. Вот. И, во-вторых, это все-таки техника специализированная, которую так вот за один или два, или даже три часа полностью не познаешь. А вот как защититься от манипулирования, как разгадать, определить, манипулирует тобой или нет при помощи того же НЛП, это, наверное, было бы очень интересно. Хорошо. Дальше идем. Да. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия, Юлия и Анна. Когда человек внутри себя разговаривает, это кто говорит? Что это за сущность ведет разговор? То есть тук-тук-тук, кто там? Да это же я. А, ну давай, заходи. Итак, кто же там с нами разговаривает, когда человек говорит сам с собой? Если не уходить в клинические аспекты, кто бывает, разговаривают различные части личности, но вообще это внутренний диалог, который человек ведет с собой. Из-за того, что находиться в контакте с собой и в молчании, внутренней тишине, на самом деле единицы людей умеют. Это вы говорите с собой, это ваш внутренний диалог, то, что вы не озвучиваете в жизнь, то напряжение, которое, те мысли, которые вы постоянно внутри себя решаете, такой некий невротический механизм. Как только вы в контакт с собой приходите, в контакт со своим телом, эмоциональным реагированием, то на самом деле диалог такой уходит, в нем потребность исчезает. И вот один из способов, который помогает свой диалог сделать потише немножко, приостановить, это как раз-таки работа с дыханием, с глубоким дыханием. Когда вы глубоко дышите, еще когда вы начинаете слушать свое дыхание, концентрироваться прямо вот на том, как у вас воздух входит, выходит, это помогает уйти немножко из головы и погрузиться в ощущение тела. И когда вы в контакт с жизнью, с тем, что в данный момент происходит, то потребность, в том числе, опять же, внутреннего диалога такого, она будет уходить. То есть внутренний диалог, он возникает тогда, когда человек избегает присутствия сейчас в настоящий момент в своей жизни. Когда входит и выходит, мне это напомнило ослика Иа. Это хорошо, да. А вот когда
про неврологию, то как-то это шизухой попахивает. Так человек перегрелся где-то и начинает сам с собой разговаривать. А как же высшие материи, божественное что-то, душа, ну и все остальное? Ну ладно. Идем дальше. Оксана Бреннер из Ютуба. Вопрос. Здравия. Знакомы ли вы с гормональной гимнастикой тибетских монахов? 5 минут в день, не вставая с постели. Мне такая гимнастика нравится. А вы что про нее скажете? Оксана, ну вот про гимнастику тибетских монахов я говорила выше, это самая гимнастика. Обратите, пожалуйста, внимание, будучи женщиной, что это гимнастика, ну, скажем так, придуманная тибетскими монахами. Это мужчины, во-первых. Во-вторых, это мужчины, которые находятся ну, в особом как бы, контексте. У них свое мировоззрение, и они, ну, как бы их жизнь, она подчинена своим целям. И все, что они делают, в том числе в числе практик телесных, направлено на решение их задач. Если вам, как бы, посчитайте просто более внимательно, подходят ли определенные техники и для женщин, и для мужчин. Потому что, несмотря на нашу схожесть, мы там обладаем один, там, парой ног, парой рук и так далее, внутренними органами одинаковыми, по своей все-таки сути, по своей энергетике, по там, особенностям определенным тоже женщины и мужчины различаются. И даже физические упражнения, уж тем более гормональные упражнения, подходящие мужчине, они совершенно могут быть дисгармоничны для женщин. Поэтому просто поизучать этот вопрос не на уровне каких-то популярной литературы, а поглубже, насколько это действительно адекватно вашему организму, вашему женскому организму. Если вы сделаете для себя вывод, что это вам подходит, замечательно, но ответ может быть и противоположным. Да. Вот только человек настроился, 5 минут лежа с утречка на тебе. Все испортили. Пожалуй, я тоже делать не буду. Идем дальше. Не монах я. Александр из Ютуба в эфир. Благодарю вас за лекцию и за ответы на вопросы. Сейчас я занимаюсь боксом и тягаю железяки в зале. Я слышал, что после 35 надо уходить от этого фанатизма, потому что ресурс тела уже другой. И заниматься растяжкой и йога. Так ли это? Без спорта не могу жить. Александр, ну если вы вот перечисленным выше занимались фанатично, то я думаю, тут не нужно даже ждать 35 лет. Я против фанатизма в принципе абсолютно во всем, в том числе в занятиях физкультурой и спортом. Если это то, чем вы занимаетесь, укрепляет ваше тело, там, поддерживает ваше эмоциональное состояние, помогает вам ну, как-то двигаться к вашим целям, к вашим задачам в вашей жизни более качественно и гармонично, то замечательно. Поэтому тут просто нужно опереться на то, насколько действительно вы фанатично либо не фанатично в этом находитесь. То, что своему телу нужно уделять внимание в любом возрасте, то, что в любом возрасте нужна и физическая, и силовая нагрузка, и растяжка, и расслабление глубокое, это безусловно. И тут нету никакой привязки к возрасту. Это нужно и в 15 лет, это нужно и в 75 лет. Опираться нужно просто на свой организм и точно не фанатично в этом находиться. Да, однозначно разбираться ну, самим вот понятием, ну, действительно ли вы фанатичны в этом и какое, что сейчас с вашим телом происходит. И я бы рекомендовала заметить то напряжение, которое вы выбрасываете в железки, в бокс, йога, конечно, и растяжки не смогут заменить этого. Ну, точнее, не смогут сразу. Это совершенно два разных направления. Но важно, чтобы вы обратили внимание на тот уровень напряжения, агрессии и стресса, который у вас есть, и находили способы его снять и работать с ним не через бокс и не через железки. И тогда постепенно вы найдете то физическое направление, которое будет вам подходить. Но точно заметите эмоции, которые за этим стоят, за этой потребностью фанатично быть в боксе и тягать железки. Идем дальше. Сергей Агарков из Ютуба. Вопрос в эфир. Почему начинается аритмия сердца и можно ли ее вылечить без лекарств?
Ну, что касается аритмии сердца, здесь тоже может быть очень большая связка с дыханием, как вы дышите, и с тем, что мышечная система, она находится в большом перенапряжении, и тело таким образом на это реагирует, это уже аритмия сердца, это уже скорее следствие. Если вы, конечно, не говорите о заболевании, этом как о врождённом заболевании, именно приобретённая ситуация. Да, и сердечные заболевания, здесь, правда, может быть очень много стоять причин, нужно разбираться, но то, что проявляет сердце, это то, как мы проявляем в жизнь любовь, как мы ее отдаем, как мы проявляем своим близким, показываем, что мы их любим. И вторая сторона вопроса — это то, как мы берем и просим к себе любовь, и проявляют ли к нам близкие любовь. В том числе будет связка с обидой к близким людям часто. Но плюс это и вредные привычки, в том числе алкоголь, зависимости приводят, спортивные нагрузки в подростковом возрасте, они тоже в дальнейшем во взрослой жизни часто у людей с аритмией потом наблюдаются. Но вот важно, вот такие бы я рекомендовала проверить, как у вас с проявлением любви в жизни и принятием любви к себе. Прощением в том числе, вот еще и с прощением глубоких обид. То есть вот сердечные заболевания — это часто, когда человек вот копит обиды и носит в себе, молчит, зажимает полностью, не рассказывает об этом никому, о том напряжении, об утратах. И это все дает на сердце. То есть это все, что касаемо очень близких вам людей будет. Нужно смотреть на эту сторону вашей жизни. И можно ли вылечить без лекарств? Вот тут я за то, что да, если вы к этому готовы, вы готовы действительно такой проследить путь к причине, что стоит за физиологической такой реакцией, где вот те скрытые корни, о которых Аня сказала. Угу. Да. Идем дальше. Алексей Анатольевич из Ютуба. Здравия, вопрос эфира. О чем говорит сильное снижение веса? В скобочках перестали употреблять мясо. Спасибо. Алексей Анатольевич, ну, во-первых, насколько сильное снижение, насколько оно критично либо не критично. Если вы изменили свой образ питания, естественным образом организм перестраивается. И вообще смена любого питания, она является стрессом для организма. Вот то, что я сказала выше, он очень мощно начинает перестраиваться. И такой эффект может быть совершенно естественным для организма. Нужно смотреть, будет дальше, насколько организм потом войдет в свой естественный вес. Будет ли этот вес адекватным для вашего тела? Будет ли вам в этом теле адекватно? Поэтому тут очень сложно ответить как-то общими словами. Тут нужно более подробно с вами вам задавать много вопросов. Как вы питались до этого, как вы жили до этого, кроме мяса, что вы сейчас употребляете, что перестали вместе с мясом употреблять, или опять-таки, насколько это критично? Может быть, просто здоровая перестройка идет, а может быть, какие-то ситуации, которые еще нагружены? Ну, однозначно, это стресс для организма, и надо быть обязательно к себе внимательными. И действительно, хочется вам много вопросов задать. В связи с чем и кроме употребления мяса, что в ближайшие полгода-год происходило в вашей жизни и до 3 лет? Так, хорошо. Александр из Ютуба в эфир. Сейчас пропагандируется вегетарианство и сыроедство. Что лучше? Это реально, если всю жизнь активно употребляю мясо для спорта? Начну, наверное, я отвечать, так как являюсь вегетарианкой уже с 7-летним стажем, и у меня опыт сыроедения. Пропагандируется, мне это слово очень не нравится. Если вы в это хотите пойти только из соображения, что это пропагандируется, это популярно, то мой был бы вам ответ точно нет. Потому что это... Во-первых, это огромный действительно стресс для организма, и вы должны к этому быть готовы. Во-вторых, это перестройка не только на уровне тела, но и перестройка на уровне психики. И вопрос, для чего вам в это идти? Поделюсь своим опытом. У меня произошел абсолютно естественный организм от мяса и потом от большинства продуктов. Вот просто мой организм перестал хотеть их кушать, и для меня это была совершенно не стрессовая ситуация, а очень комфортная.
И это тоже длилось не один, там, не два дня. Для моего организма это очень благотворно. Я мясо вообще не хочу. И в моем рационе там 90% — это именно же пища, такая вот то, что сейчас относится к сыроедению. К сыроедению она живая, не она обработанная огнем. Это питание дает моему телу очень много энергии и позволяет мне находиться в расслабленном состоянии. Очень много наблюдаю людей, которые переходят, идут в вегетарианство и в сыроедение, опять-таки подчиняясь вот этой вот волне популярности. Они совершенно к этому не готовы. И при переходе на такие типы питания их организм и вообще их психика реагирует очень большой внутренней агрессией и злобой. Они не успокаиваются, не набирается энергии, а наоборот, ее начинает терять, потому что не было, этот шаг не был сделан, потому что пришло время для этого шага. Для меня абсолютно точно, что люди в этом смысле очень разные. Для кого-то гармонично всю жизнь есть мясо и при этом сохранять свое здоровье хорошим, не идти там ни в излишки веса, ни в какие-то психологические тоже реакции, которые разрушительны. Для кого-то очень гармонично быть вегетарианцем, для кого-то очень гармонично питаться только сырой пищей. Я, пройдя такой свой немаленький путь в питании, пришла к для себя выводу, что самое гармоничное питание — это питание интуитивное, когда вы слушаете свое тело, свой организм, и оно само вам говорит о том, что ему нужно в данный момент скушать. Но для такого пути тоже нужно сделать определенные шаги. Если вы употребляете большое количество заведомо вредных продуктов, там каких-нибудь химических напитков, консервированная пища, ну и список можно перечислять далее, то, конечно же, это загрязняет очень сильно организм. И от таких продуктов можно с легкостью и готовностью отказываться. Но даже в данной ситуации это делать нужно постепенно и мягко. Вот. А уже переходить к таким кардинальным типам питания нужно только из такой большой внутренней готовности. Ну и еще последнее, что по этой теме сказать. Очень важно не только то, что мы едим, но и то, как мы это кушаем. Можно перед собой иметь стол накрыт большим количеством ягод, фруктов, овощей и зелени, и съесть это, ненавидя эту пищу, не получая от нее удовольствия, либо просто накидать в свой организм эту пищу, не переживав ее тщательно. И точно ваше тело не будет здороветь на таком питании. А можно съесть даже самое вредное пирожное, но испытать, как с гурманством его кушать, получать от него удовольствие каждой своей клеточкой. И если вот вы сейчас принимаете решение съесть это пирожное, вы получаете от него удовольствие, то при таком употреблении ваше тело и ваш организм, он получит, ваша психика гораздо больше пользы. Поэтому не только то, что мы едим, но еще и как мы это едим, тоже очень важно. Все, дополнений будет? Присоединяюсь, достаточно полный ее ответил. Угу. Хорошо. Смотрим еще, какие вопросы к нам поступили. Максим Шкабрин. Вопрос в эфир. Женщины снимают нервные напряжения слезами. А как быть мужчинам? Есть ли методики, как снять стресс, когда реально уже кипишь? Благодарю. Ну, даже женщины не всегда снимают напряжение слезами. Слезы бывают тоже разные, манипулятивные, действительно очищающие. Ну, и мужчинам тоже не противопоказано плакать, по-настоящему искренне высвобождать свои чувства. Если там брать не слезы, то это дыхательные практики, это здоровая физическая нагрузка, это нахождение на свежем воздухе, это, возможно, какая-то силовая нагрузка в качестве там, каких-то боевых видов спорта, которые помогают тоже высвободить накопленную агрессию и энергию такую, которой не было выражения адекватного. Ну, а слезы, повторюсь, это способ тоже очистить себя, и для мужчины он тоже... Просто у нас к этому такое сформировано отношение. Мужчины тоже плачут. Да.
Но и здесь, что можно еще сказать, в том, что хорошо помогает снимать нервное напряжение, это разделение и разговор с близкими людьми. Это друзья, с которыми вы можете поделиться, где вы можете действительно признать, что у вас что-то не справляется, от чего-то вы устали. Это не обязательно будет слезы, и, да, и нужно плакать, но где вы действительно признаете, что это напряжение есть, но не сами с собой пытаетесь что-то с ним сделать, действительно разделяете с теми людьми, которые вокруг вас есть. Хорошо друзья, хорошо близкие люди, родные люди, психолог, там, единомышленники, которыми вы можете с коллегами поделиться этими переживаниями. Просто не надо его подавлять. Сирк из Ютуба. Здравия, девушки. Здравия, Алексей. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Всегда ли подобные нарушения переходят в изменения тонуса мышц шеи и так далее? Ну, Сергей, я так понимаю, Сергей, позвольте, так буду к вам обращаться. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, причины у нее могут быть разные. От элементарных каких-то стоматологических проблем, не вылеченных ранее, до стрессовых ситуаций, которые тоже проживаются. И дисфункция приводит скорее к изменениям, которые случаются на лице. Это приводит к очень сильным челюстным зажимам, когда перенапрягается жевательная мускулатура, очень сильно перенапрягается область рта, там тоже у нас находится большое количество различных мышц. И опять-таки следствием этого могут всевозможные быть проблемы, связанные с зубами, переходящие в какие-то тоже последующие заболевания от зубов. К шее я бы это точно не относила. Скорее, если вы зажимаете вот эту вот область челюстную, у вас уже есть эта дисфункция, возможно, у вас уже есть и зажатость тоже в области шейного отдела позвоночника. Ну, потому что напомню, что на такие вот стрессово-спазмирующие ситуации организм реагирует с зажатием большого количества мышц, они так вот зажимаются одновременно. Поэтому не обязательно одно провоцирует другое, но, возможно, параллельно существование другого и третьего. Но с челюстными суставами нужно работать, и можно работать. Для этого тоже есть всевозможные расслабляющие техники и определенные гимнастические упражнения из лицевой гимнастики, которые помогают очень экологично вот, выводить вот это вот из какой-то такой дисфункции. Хорошо, идем дальше. Иван, здравия, ведущий. Скажите, пожалуйста, проблемы с зубами, а в частности кариес, желтизна зубов. Благодарю. Понятно. Но тоже отвечу на уровне физики, связано, естественно, прежде всего с питанием, чем мы кормим свой организм, каждую свою клеточку, насколько мы очищаем его, и если там много сахара содержащего, рафинированного сахара, кофе, какая-то такая пища, которая у нас попадает в наш организм, она сказывается на проблемах с зубами. Нужно понимать, что наш как бы рот — это начало нашего пищеварения. Вся пища попадает в рот. И если эта пища не совсем гармоничная для нас, очень химическая, консервированная, то процессы, разрушающие тело, они уже начинают происходить на уровне зубов. А потом, попадая пища глубже, естественно, не до конца перерабатываясь, накапливаясь токсинами и ядами, это потом в том числе отражается и теми проблемами, о которых вы пишете. Проанализируйте, что вы кушаете и что вы можете с этим сделать, не резко меняя свой образ питания, а постепенно, к чему вы готовы. Это вот на уровне нашего физического тела. Угу. Ну и опять же, проблемы с зубами, это будет про невозможность либо сложность при столкновении с новыми идеями. Вообще зубы — это пережевывание, да, и если на эмоциональный и ментальный переходить уровень, то это неспособность перерабатывать чужие идеи, вычленять то, что действительно важно вам, нужно вам, и вы принимаете. То есть тяжело разбираться в информационном потоке, нерешительность, неуверенность и много сдерживания. Много сдерживания, в том числе раздражение, агрессия. Таких чувств.
И тут вот тоже, о чем говорили уже далеко выше, о том, что не нужно какой-то свой симптом анализировать однобоко, с одной точки зрения. То есть что за этим стоит с точки зрения психологии? За этим может стоять элементарное невнимание к себе, к своему организму. Да. То есть если вы сидите очень много, то это точно невнимание к своему телу, вы не даете ему движения. Если вы кушаете пищу, которая не полезна для вашего тела, это точно неуважение к вашему телу, и оно будет реагировать всевозможными болезненными ситуациями. За этим, конечно, вот за неуважением к своему телу и будут стоять психологические вещи. А те действия, которые вы совершаете каждый день, элементарно поддерживая жизнедеятельность свою, они в ваших руках. Да. Плюс наследственность, передача, какие зубы у ваших там, родителей, бабушек, дедушек, это тоже большую роль играет в том, ну, вот с желтизной, например, вопроса, какой цвет, оттенок, что. И там, есть ли привычки вредные тоже про это. Это все, конечно же, откладывает отпечаток. И важно на разных уровнях, ну, на всех уровнях на этот вопрос, чтобы вы посмотрели, они действительно зацепились за что-то, ну, одну какую-то ответ. Хорошо. Ну что же, все вопросы, я смотрю, мы озвучили, все реплики зачитали. И наступает самый классный, с моей точки зрения, момент нашего эфира, когда мы можем подводить итоги того, что здесь было произнесено, итоги нашего сегодняшнего общения. Предлагаю вам подвести жирную черту из всего сказанного. Можно что-то посоветовать, можно как-то вот прям сказать. А для того, чтобы все было хорошо, нужно, исходя из того, что мы сказали, сделать вот так, так и так. На этом до свидания, друзья. Будьте счастливы, здоровы, ну и так далее. Ну, что бы я хотела сказать, это то, что все в наших руках. И внимание либо невнимание к себе, к своему телу, к своим эмоциям, к своим чувствам, оно как следствие ведет либо к здоровью, либо не к здоровью. И если мы делаем шаги по направлению к себе, то, естественно, мы получаем в ответ хорошее, здоровое тело, здоровый организм. Если мы что-то не доделаем, мы получаем определенные вещи, которые уже как-то так или иначе изнашивают наш организм. Мне очень нравится одна фраза о том, что старость — это не следствие возраста, что с возрастом наш организм не должен выглядеть дряхлым и больным. Скорее, годы, они отражают все то, что мы для себя в течение этого времени сделали, либо не сделали. И в 60, и в 70 лет мы можем иметь хорошие мышцы, хорошее глубокое дыхание, быть внутри счастливо, открытой жизни, делиться своей мудростью, продолжать функционировать на полную, как бы на все 100. И это в наших с вами руках. Да, я хотела бы пожелать, чтобы вы были внимательны к себе, взяли ответственность за свою жизнь на себя, признали, что здоровье и нездоровье — это ваш выбор, и что только вы можете этот вопрос решить, и в ваших силах, и ресурсах, и умственных, и психологических, и физических это все есть. Главное, чтобы вы выбрали себя, благодарите жизнь, благодарите себя, что вы живете в этом мире, благодарите своих близких, любите и будьте здоровы. Вот так все просто. Все зависит от вас. Ну что же, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 19-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета, осьмица. О чем говорит наше тело, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Юлия Ковалева, Анна Акчурина, автор-сказительницы. Низкий поклон вам за очень интересные свои наблюдения, высказывания. Как говорится, приходите еще, не забывайте о нас. Нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube Народнославянского радио низкий поклон за то, что вы так активно участвуете в эфирах, пишете свои реплики, вопросы. И от раза к разу я замечаю, реплики становятся более осмысленными, не просто так, лишь бы что написать. И вопросы достаточно интересные по существу, даже если они, казалось бы, не касаются непосредственно темы эфира. И это говорит о том, что, в общем-то, собирается достаточно интересная команда. Не просто секта полоумных, которые бегают, выпучив глаза, и всем пытаются доказать, как надо спасать мир, а именно осознающие эту жизнь люди.
ведущие люди. А это мне очень сильно радует. Ибо ведущий человек, он спасет и себя, спасет весь мир. Это само собой для него разумеется. А где будет правильное житие самого человека, где будет крепкая семья, там будет, в общем-то, и крепкая наша держава. А этого нам сейчас очень и очень не хватает. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся и увидимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.